20 октября во Дворце спорта Пушкина состоялся матч за суперкубок городского округа Пушкинский между командами «Инвестстрой» и «Подзембургаз». Обе команды сильные. Гости из Щелково имеют много заслуг. В разные годы были обладателями Кубка России высшей лиги, серебряными призерами пари-матч высшей лиги первенства России. Пушкинцы, «Инвестстрой» – победители бронзовой лиги Пушкинского районного чемпионата по мини-футболу и не только. Все вместе – люди, игравшие в сборной России – выигравшие Лигу чемпионов, чемпионы России, действующие футболисты. В принципе, две команды привезли такие составы, которыми может гордиться не только Пушкинский район, но и, я думаю, наша страна, там, цвет мини-футбола, пускай немножко они уже постарше, но детям большой урок посмотреть хотя бы один часок такой игры, я думаю, это здорово. Игра прошла быстро, в динамике. Этим кубком открывают начало сезона. Проходить он будет на ФСК Пушкина по традиции. Первенство открытое, присоединиться могут любые команды. Прозвучал финальный свисток на табло 3-1. И суперкубок городского округа Пушкинский забирает «Подзембургаз». Анастасия Спирина, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.